А Коля дома? А он вам зачем? Это ко мне, мам, все в порядке. Здорово, Черж. Здорово. Здорово. Идешь? Конечно. Пока, мам. Куда? Ну давай, червь, до завтра. Покеда, мужики! Ха-ха! Привет, мамуль. Что происходит? Кто это такие? Мои друзья. Так, сынок, они мне не нравятся. Я не хочу, чтобы ты с ними общался. Ну, мам! Не мамкой! Завтра найдешь себе новых друзей, а эти, чтобы я больше не видела. Отец, поговори уже с ним. Сынок, это ты? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Прекрасно выглядите. Здравствуйте. Вы, наверное, мама Коли, а он дома? Конечно, дома. Коленька, к тебе друзья пришли. Он сейчас выйдет. Коль, ты хотя бы переоделся. Мне и так хорошо. Ладно, вечером вместе с этими хорошими ребятами приходите на ужин. До свидания. До встречи. Спасибо, червь. Классно погуляли. Клёво! Хей! Ты что с ними сделал? Я тебя спрашиваю, что ты с ними сделал? Стой! Отец! Выходи сейчас же, ты же обещал с ним поговорить! Здорово, червь! Привет, питон!